Здравствуйте. Мобильная группа вновь колесит по Абакану. И как раз на выезде из города мы встретили бригаду дорожников, которые обновляют краску на отбойниках и перилах мостов. Дело, конечно, очень важное и нужное, но вот автолюбителей беспокоит немного другое. Дорожные знаки, которые ремонтники выставляют для того, чтобы предупредить о том, что здесь идут какие-то работы, стоят слишком близко. По правилам дорожного движения такие знаки за пределами города должны стоять на расстоянии 150-300 метров от объекта. Здесь, наверное, нету даже и 50 метров. Не все водители успевают сориентироваться и перестроиться на другую полосу, поэтому иногда создаются аварийные ситуации. Дорожники пообещали, что в следующий раз все сделают по правилам.